Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Когда нам нужно быстро принять решение, мы идем самым простым путем. Поступаем так же, как и большинство людей вокруг нас. Если все репостят новость о страусином гриппе в Мурманске, то мы легко поверим в этот фейк. Чем больше людей верит новости, тем тяжелее остановить ее распространение. Фейковые новости часто опираются на эффект повального увлечения. Для того, чтобы отключить критическое мышление человека, авторы фейков обращаются к эмоциям, используют близкие для каждого темы – детство, здоровье, счастье. Показывают новости масштабными, важными для каждого человека. Пробившись к эмоциям нескольких человек, фейковые новости начинают быстро распространяться. Через репосты, личные сообщения, лайки в умных лентах. Нашему мозгу легче согласиться с мнением большинства, чем в одиночку отстаивать свою точку зрения. Но раз за разом, попадаясь в ловушку когнитивного искажения, мы снижаем свою способность мыслить критически. И скоро вы сами не заметите, как начнете считать нормальными даже самые странные новости. Замечали ли вы за собой склонность ставить лайк там, где их уже много? Сложно ли вам не соглашаться с мнением большинства?